Лето будет снова с вами. Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами вырезать термотрансферный материал. Альтернативный, не оригинальный, под оригинальный термотрансферный материал силуэт. Все настройки уже есть. Так как этот термотрансферный материал с подложкой, мы будем его резать без коврика. И кусок у нас с вами довольно-таки большой. Если это маленькие кусочки, то тогда нужно использовать кэррир. Вставляем с вами по голубой линии. Ни в коем случае не делаем вот таких вот вещей. Потому что как только мы с вами вставим, мы закроем дырочку для позиционирования ножа. Аккуратно по голубой рисочке, которая у нас с вами специально нарисована на плоттере Cameo 3. Нажать «Загрузить». Загрузили. Загружаем материал лицом вниз. Автоматический нож мы используем, так как это Cameo 3. Давайте загрузим с вами дизайн. И чтобы было показательно, я, наверное, сделаю какое-нибудь слово. Сейчас я вам покажу, для чего это. Обязательно не забываем указывать, что мы режем без коврика. Ставим слово «нет» и размер материала. Чтобы грани были. Выбираем термотрансферный материал. Автоматические настройки предлагают другой вылет. Настройки ножа под данный материал. Вылет 4. Если программа вам показывает вылет 5 или 3 или 2 вручную, мы можем это исправить. Нажимаем. Вылет 4. Скорость. Скорость резки. Чем проще у нас с вами макет, тем быстрее можно использовать скорость. Чем сложнее макет, тем ниже скорость. Сила резки для данного термотрансферного материала 18. Не забываем указывать автонож. Нажимаем «Отправить». Так как мы в настройках выбрали термотрансферный материал, программа меня страхует и говорит, что для термотрансферного материала нужно отзеркалить. Это можно сделать в программе. Вот здесь отразить влево-вправо. Я выбрала настройки термотрансферный материал, вручную отредактировала силу и вылет ножа. Программа меня подстраховала. Я говорю, да, отзеркальте мне его, пожалуйста. Начинаются настройки ножа. Мы с вами в программе указали 4. И на рисочке у нас на ноже тоже на 4 стоит. Режет он мне с другого края, потому что я в последний момент нажала отзеркалить. Он переложил нам изображение на другую сторону. Вырезал. Вынимаем. Поддеваем край материала. Термотрансферную пленочку, снимаем облоид. Проще было бы, если бы мы отрезали нужный кусочек ножницами. И начинаем аккуратно делать выборку. Так режется и на таких настройках термотрансферная пленка. Сделав окончательно выборку, вы получите то слово, то изображение, которое вам необходимо. Для того, чтобы выбрать внутри термотрансферный материал, для этого необходим монтажный крючок. Я все выбирать не буду. Сейчас я вам пару букв покажу. Термотрансферную пленку прикладываем к ткани. Поверх используем тефлоновый лист. И припрессовываем с помощью пресса либо утюга без пара.